В горячую точку превратился один из домов на улице Красных Командиров. Его хозяйство не могут поделить управляющие компании. Но пока они бьются за лакомый кусок, страдают жильцы. Дошло до того, что провокаторы заварили дверь в подвал. И теперь слесари не могут перекрыть воду. В одной из квартир потекли трубы. В дом раздора отправилась Валерия Алферова. Вот посмотрите, за сутки почти вот эта чашка набирается. Чашки, тазики и прочие емкости у этой хозяйки главные помощники. У нее который месяц течет труба в ванной. Скоро уйти под воду рискует весь дом. Починить аварию слесари не могут. Дверь в подвал заварена. Мне сказали, мы не можем туда в подвал попасть, потому что дверь заварили. Мне пришлось туда идти, уже разобраться, почему заварено. Мне сказали, что... Ничего сделать не могут, писать надо заявление. Я написала сегодня заявление. Вышел в контору. Управляющая компания ТСШ. Жительница оказалась заложницей давнего конфликта между управляющей компанией ТСЖ. Ему уже 28 лет. Суть в том, что местные хотят организовать товарищество, а бывшие хозяева уходить по добру не желают. Управляющая компания Орджоникидзевская подала в суд. И 8 месяцев мы судились. 8 месяцев мы выиграли суд. Суд нас признал. 25 числа мы должны были, они принесли документы, передать наш дом. Опять нам они не передали. И вот у нас вот такая война идет уже третий день. И управленцы постоянно устраивают диверсии, утверждают жители. Последняя капля – заваренная дверь. Но в компании говорят, это не их метод. До окончания судебных разбирательств управляющая компания правомочно, кстати, выполняет свои обязанности. Дверь заварена. Сейчас не готов вам сказать по этому поводу, надо разобраться в ситуации. Оборону держат обе стороны, страсти накаляются. При попытке взломать подвал у его дверей чуть не началась драка. А с вами вообще тяжело, вы вообще ничего не понимаете, вы стена. Стоите за такие вот прямо, как эти, и не пускайте. У людей да, человека... Как Порошенко. Ну, я убью люди, всех. Люди, там у них топят на третьем этаже. Нам надо попасть туда. Вы и позвоните в аварийную службу, аварийную службу. Да что вы говорите? А аварийную, а что толку бред, аварийную службу? И что дальше? Попасть внутрь слесари так и не смогли. У сварщиков, которые должны были срезать двери, кто-то перерезал провода. Без электричества мы не можем начать болгаркой, потому что шов очень большой, по кругу заварен, неприхватки. Без болгарки здесь не справиться. Ну вот сейчас только что мы размотали, видите. Устранять аварию слесари без охраны теперь отказываются. И так понятно, что мирным путем проблему не решить. Вот только непонятно, дождется ли финала протекающая труба. Валерия Алферова, Владимир Середа, новости 41-го канала.